Твери прошла масштабная акция «Прошагай город». Старт был дан на улице Трехсвятской. Наша съемочная группа приняла непосредственное участие в проекте. Улица Трехсвятская, Тверь. Перед экраном, где транслируются новости телеканала «Панорама ТВ», собрались жители областной столицы. Среди них студенты и их преподаватели, которые прошли три экскурсионных маршрута. Каждый со своими уникальными особенностями. А заодно отметили на виртуальной туристической карте Google новые объекты. Всего их получилось 18. Всего на сегодня в этой акции приняло участие 173 города. Тверь будет 174-м. В основном, естественно, это моногорода. Таким образом, Тверь присоединилась к масштабной акции. Телекомпания «Тверской проспект» приняла участие в телемосте и вела прямую трансляцию с места событий. В интервью нашему корреспонденту организаторы и участники проекта поделились своими эмоциями и впечатлениями. Через такие проекты мы воспитываем. Мы воспитываем любовь к родине. Мы воспитываем уважение к истории, любовь к истории. Мы узнаем новые страницы из нашего прошлого. На площади у Путевого дворца студенты делали фото с хэштегами и размещали их в социальных сетях, делились своим позитивом и, что самое важное, выполнили главную задачу проекта «Прошагай город», открыли новые туристические маршруты и провели завершающий танцевальный инстаграм-флешмоб.